Слет школьных детских организаций Ленинского района автономии провели в селе Лазарево. Около 100 учащихся школ муниципалитета встретились на мероприятии, посетив при этом 4 тематические площадки. Основная цель слета – это познакомить ребят с направлениями российского движения школьников, а их у нас 4. Это личностное развитие, это гражданская активность, это информационно-медийное направление и военно-патриотическое направление, которое у нас представлено юнармии. На торжественной части форума самых активных и инициативных ребят отметили грамотами и благодарностями. Местные творческие коллективы подготовили праздничную программу. Я в этом движении уже 3 года. И мне это дало очень много. Я много друзей нашла, потому что много слетов было. И это меня очень сильно втянуло. И даже когда я уже уйду со школы, дальше буду продолжать это движение. Гостями слета стали и представители исполнительной власти, автономии и муниципалитета. Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Елена Никитина отметила важность подобных мероприятий и интерес школьников к реализации своего творческого потенциала. Ребята все себя показали инициативными и динамичными. Они готовы продолжать традиции старшего поколения и, естественно, развивать наш регион. Проводится встреча уже 4-й раз. Организаторы отмечают возросший интерес школьников к подобным слетам. Ведь именно здесь они могут реализовать все свои самые смелые задумки. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.